от вице-президента Федерации ездовых видов спорта поступило очень интересное, заманчивое, но серьезное предложение. Рассмотреть вопрос о возможности организации проведения в Тотьме Вологодской области в 2022 году чемпионата Европы, полноценного, мощного мероприятия, соревнования. Поэтому мы с Сергеем Ростиславовичем обсудили и приняли решение, что будем докладывать губернатору для дальнейшей проработки этого вопроса. От соревнований к соревнованию, новый уровень, новый статус этих соревнований, большее количество участников. И на самом деле Тотьмская земля, она вот как-то расположена к тому, чтобы здесь проводить такие соревнования. И даже более масштабные. Да, и более масштабные. И, конечно же, мы будем рассматривать, и это надо согласовывать с Министерством спорта, потому что мероприятие, если мы говорим о чемпионате Европы, это уже совершенно другой статус. Это другой уровень, это другое количество участников, нужно создавать инфраструктуру. Но я думаю, что если мы все озадачимся и поставим такую цель, то мы ее решим и достигнем.